Да, Хелену и ранчер взяли. А зачем тебе ранчер еще один? Там всего один человек. Это волчары? Да, это волчары. Нормально. Ой, ну это баллы. Не, ну это баллы. Че я в кабинете? Зачем вам свою фамилию говоришь? Потому что мы агент, алло. Не какая-то там личность. Накамура, серьезно. Бодикам? Что за бодикам? Они с... Они с него маску не сняли, алло. Ты уверен, что маску с него не сняли? Ну, как аксессуар имеется в виду. Это что же, считай, прибор, который, типа, лицо. Ну, это если он его отыграл, типа. Я всегда снимаю хз. Камшот. Ой. Хочешь? Он еще и в респираторе. Как же они проводили на допросе, его лица не видно. Кахнуть. Куфнуть. Агент Стич. Выйдите из допросной. Да он опаздывает, я не понимаю, что он делает. Джозеф. Допросов свою тогда уже увидите, раз начали.
Чё всё, Романов, дай денег. Что? Денег дай. Ты что, смеёшься? 5к для тебя денег? На Аризоне? Не смейся ты, Эль. Подожди, у меня это было. Какого аккаунта? Какой у него ник? У меня? У него всегда основной аккаунт. Но он не по дальнейшему. Если он... Я фугаю. Ну, он Джеймс Митчелл. Гомес. А Хитоши и Ниш. Забирать мне его? Не, он так пойдет. Под руку ПРП убери. Просто под руку. Машина его. Если что, стреляй в колено. Это скин, ну, старшего состава же. Этот Джозеф, по-моему, хочет дать фрапс, перекинет его сейчас, и мне надо на него досесть, так. А, так что... Короче, чем мне Аризона не нравится, тем, что тут все быстро делают. Похеру, уже это... Сядь с ним и направь на него оружие, и все. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Он слышно. Так, его куфать надо. Кому там баллы нужны? Просто на инспекторе хорошо. Давай тогда, Стич, тебе покуда. Эх, Стич, какова тяжела твоя участь, да? Просто так баллы дали. Да, в смысле? Алло, это скучно. Да, ну мне плевать.